Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале, а мне нравится кушать так. Сегодня очень интересный рецепт я вам хочу предложить для людей-вегетарианцев, для глютен-фри. Это морковный пирог-кекс, в котором присутствует рисовая мука и йогурт, но йогурт не простой, а йогурт соевый. Любые типы дисоевого йогурта. Нет ни капли масла, нет ни капли оливкового масла, сливочного масла. Поэтому хочу вам предложить этот интересный рецепт. Он вкусный и даже для людей, которым не интересует вегетарианская кухня. Очень вкусно с кофе с молоком, с чаем. Пирожок получается очень сладкий. Поэтому поехали! В первую очередь кладем морковку. Будем делать в комбайне, чтобы было все быстрее. В одну минуту и все готово. После чего кладем сахар. А, я вам не сказала. Значит, здесь идет 250 грамм моркови и 180 грамм тростникового сахара. Кладем, значит, йогурт, соевый йогурт, 250 грамм. Так, теперь положим 100 грамм геркулеса, но ищите такой, чтобы хлопья были тонкие, чтобы он не был слишком толстый геркулес. 100 грамм. Положим ложечку корицы, немножко корицы. Я уже положила, сейчас хочу добавить еще. Эссенция типа апельсина. Можно апельсиновую корочку натереть, но у меня сегодня нет апельсиновой корочки. Я положу вот эту вот эссенцию апельсиновую, чуть-чуть. Окей. Немножечко соли. И все. И сейчас закроем. И все это превратим в тесто. Теперь постепенно вмешиваем 150 грамм рисовой муки. Сейчас возьмем наш разрыхлитель, пакетик 16 грамм, просеиваем, потому что знаете, что там в пакете бывают катышки всякие. Поэтому просеиваем. Вот видите, какие остаются. И все аккуратно это все перемешиваем. Смазали маслом, посыпали мукой, как обычно. Маслом я смазала оливковым, чуть-чуть. Убираем, чтобы ничего не горело. И отправляем 180 градусов где-то на 30 минут. Потом... Вот такой замечательный пирожок у нас с вами получился. Посмотрите, он очень-очень даже аппетитный, ароматный. Вкусный, очень вкусный. Только что пила кофе, завтракала огромную чашку кофе с молоком и вот с этим пирожком. Что я хочу вам сказать? Если вам понравился мой рецепт, пальчик вверх, ставьте лайк, вам не тяжело, а мне будет очень и очень приятно. Пишите ваши вопросы, задавайте ваши вопросы, я постараюсь ответить на них. А я с вами сейчас прощаюсь. До следующих встреч. Пока.